Буква «Н» в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. Основные значения этого имени – провидец, крупные начинания, духовность, практичность, интуиция, вдохновение, дисциплина, лидерство, мудрость, трудолюбие, честность, доверие. Носители этого имени умеют подстраиваться под других людей. Богатство внутреннего мира позволяет этим людям вести яркий и красочный образ жизни, на первый взгляд незаметный окружению. Иногда эти люди чувствуют двойственность своего мира, материального и духовного. Это имя привязано к земле, отсюда трудолюбие и любовь к работе, требующие ручного труда. У обладателя, согласно L, в имени тяга к телесному комфорту может отодвинуть в тень все другие виды душевных порывов. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Они могут работать в любой сфере, если их заинтересует профессия. Положительным качествам относятся умение добиваться своего, развитая интуиция, практичность и высокий уровень энергии. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «И», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Им не составляет труда добиваться успеха в профессии, однако астрологи отмечают их неуступчивость. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Значение буквы «М» в имени говорит о заботливости, готовности помочь, некоторой застенчивости и мягкости. «И» сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Буква «Е» придает характеру сразу две особенности – бесхитростность и стремление к власти. Если преобладали властолюбивые помыслы этих людей, то они видны сразу невооруженным глазом. Потребность к самовыражению, обмену идеями, склонность выступать в роли посредника, проницательность – вот главные принципы этого имени. Подавив в себе стремление к накопительству, владелец имени сможет реализовать свой богатый духовный потенциал. Если буква «Е» является ударной в произношении близких, то эти люди всегда могут расположить к себе других людей и заслужить авторитет. Буква «Н» в этом имени не раздражает окружающих, но с этим человеком придется долго дискутировать на любую тему. Предпочтение часто отдают тихой и спокойной жизни, а в любви способны идти на любые жертвы. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.